же сделаем это достойно. Итак, номинация «Самая популярная певица армянского происхождения в России». Եվ ես դամ մեծագույն սիրով մոտրապես կտեղեք ասեմ, թե ում մասին է խոսքը։ Այո, երգչուհին, որը հպարտությամբ կրում է այդ բառը. Ես հայ եմ, նա արժանի է ամենաջերմ ծափարությունների։ Առավել ևս, որ այս երգչուհին այսօր հանդիսանում է ռուսական էստրադայի ամենալավագույններից մեկը, որն էլ սիրով այս երեկո մեզ հետ է և իր արժանի մրցանակն էլ կստանա։ Приз в номинации «Самая популярная певица армянского происхождения в России» вручает председатель правления банка «Анелик Армения» Чизмачан Самвел Араратович. Самвел Араратович Чизмачан. Баререко, добрый вечер. Мне сегодня очень приятно не только присутствовать, но и принимать участие на этом прекрасном представлении. Мне за кулисами сказали, что у меня всего лишь 15 секунд для выступления. Поэтому я, думаю, нашел те слова, которые лучше характеризуют номинантку. Это уникальная актриса, это великая, поистине великая певица. Обаятельнейшая женщина. Это Ирина Аллегрова. Ирина Аллегрова! Большое спасибо за оказанную честь. Я горжусь тем, что здесь сейчас происходит. Спасибо вам всем большое. И вы мне сделали такой подарок. Я тоже пришла с подарком, с премьерой песни. Для вас поет Ирина Аллегрова. Здесь вам Альбарик Амбеш. Ирина Аллегрова. Виктор Чайка на стихи Виктора Чайки померещилась. Сижу в опустевшем сквере, слеза по щеке течет. Уж если тебе не верить, кому же тогда еще? Уж если тебя не видеть, кого же тогда прощать? Неверностью не обидеть, смогу ли себе солгать? Померещился. Не разрыв у нас, а так, просто трещина. Не была с тобой эта женщина. Померещилась. Луны раскололось блюдце, и боль стала только сильней. Сижу и боюсь вернуться, проверить, а вдруг ты с ней. Боюсь убедиться в худшем, хочу избежать судьбы. Неужто тебе с ней лучше? Такого не может быть. Померещилась, померещилась. Не разрыв у нас, трещина. Не была с тобой эта женщина. Померещилась, померещилась.
Сижу в опустевшем сквере, слеза на щеке дрожит. Уж если тебе не верить, зачем же тогда мне жить? Померещилось. Померещилось. Ирина Аллегрова!